На Камчатке запустили новый завод по переработке рыбы. Инвестор вложил в строительство на территории опережающего развития свыше 1,5 миллиарда рублей. Для жителей региона это, конечно, дополнительные рабочие места. Планируется, что предприятие сможет выпускать до 1,5 сотен тонн продукции в сутки. Пока запустили линии по переработке сырца, морозильники и шкафы воздушной заморозки, технику для очистки воды. Скоро будут еще устройства для производства рыбной муки и утилизации отходов. На полную мощность завод планирует выйти уже в следующем году. Наши рыбаки камчатские в последние годы вложили больше 30 миллиардов рублей в берег, создавая вот такие производства. Когда-то здесь, на этом месте, было село Красное. Потом люди отсюда ушли. Прошли годы, и пришли промышленники. Пришел Александр Яковлевич с коллегами и построили современный завод. Сегодня этот завод лучший в рыбопромышленном комплексе Камчатского края и, конечно, всей России.